Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и... Да, и сегодня мы играем на серии Майнплей, мини-игру Бедварс. Так, тут вот сейчас игра начнется через 30 секунд. Командный режим, 8 игроков. Так, вот игроки присоединились, сейчас игра начнется. Сегодня мы с Захаром будем всех тащить, да? Ну, попытаемся. Так, главное, знаешь что? Надо защитить кровать. Ну ты пока не отвечай. Сейчас доснимаем. Так, я сейчас кручу. Так. Сейчас пойду строиться и сразу пойду в раш. Так, ты отойди, да, я бронзу соберу. Там уже строится, и я даже знаю, на кого пойду. Зеленые. Сейчас пойду на них. Они там без брони, без ничего пошли там ресурсы собирать. Сейчас они отхватят. У них даже и кровать не застроена. Так, сейчас пойдет закупаться, надо побыстрее. Ты меня тут... Меня пытается скинуть. О, я помню этого игрока. Я сегодня, кажется, с ним играл. Так, все, я пошел на зеленых. И все, я ломаю кровать зеленым. Блин, они тут вдвоем на меня... Ну, главное, чтобы они нашу... Так, ты кровать защитил, да? Так, мне надо железо. Много. О, целых 18 железа круто. Золото там где-то. Давай. Так, мне тоже блоки надо. Стой, ты без меня-то не иди. Молодца. Так, что, зеленый один остался, и он очень даже слабый. Так что не бойся ее. Он вроде не было же. Тогда что, он тебя слил? Стой, сейчас я пойду добью его. Все. Да все, я его убил. Получилось. Так, я тут сундук золота положил и все ненужные вещи. Так, сейчас погнали на синих. Стой, что же желтый еще есть? Я думаю... О, побежали. Давай. А у них кровать не застроена. Прикинь, он мне такой тим показывает. Давай, перелавливай его. Лови, он нашу кровать пошел. Давай, скидывай его. Молодца, все, погнали на желтых. А, желтый один, так что все. Капут ему.
Не, крутая катка сегодня. Так, а знаешь что, он путь сломал, чтобы мы к нему не пробрались. Хотя не так давно он построился. Есть. Так, я на первом месте, ты на втором, да? Не, ну сегодня крутая катка была. Угу. Так, ну чё, на этом мы будем заканчивать. И, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду рад. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока.